ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. Губернатор области заявил о необходимости введения раздельного сбора мусора. На такую систему Подмосковье должно перейти с 2019 года. Для этого сейчас Мособлдума готовит соответствующий законопроект. Кроме того, документ также должен содержать современные требования к инфраструктуре мусорных полигонов, отметил Воробьев. Законотворцы планируют внести предложение к рассмотрению в июне текущего года. Врачи приглашают клинчан присоединиться к акции «Остановим туберкулез». 31 марта в поликлинике номер 3 можно будет пройти флюорографическое обследование. Это единственный способ выявить опасные инфекционные заболевания. Чаще туберкулез поражает именно легкие, поэтому обследование нужно проходить не реже раза в год. 31 марта всех желающих ждут с 8:30 утра до 13 часов. С собой нужно захватить паспорт и полис. Госавтоинспекторы накануне провели профмероприятие «Мои друзья дорожные знаки». Юные инспекторы дорожного движения напомнили малышам основные правила дорожного движения. Они отметили, что важно не заучить их наизусть, а грамотно оценивать дорожную обстановку. Школьники также рассказали об основных дорожных знаках, а после малыши приняли участие в обучающей викторине.